Сегодня состоялась очередная 56-я сессия Народного собрания Карачаево-Черкесии. В работе сессии принял участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. На повестке 10 вопросов. Один из основных – внесение изменений в закон Карачаево-Черкесии о выборах депутатов Народного собрания. Депутаты приняли 3 существенные поправки. Иноагенты не могут быть членами избирательной комиссии с правом решающего голоса, а также наблюдателями, уполномоченными кандидатов и делать пожертвования в избирательные фонды. Иностранные наблюдатели не могут исполнять свои полномочия на выборах Карачаево-Черкесии только на выборах в федеральные органы власти. Следующая поправка касается СМИ. Средства массовой информации ранее аккредитовывались за 3 дня до начала выборов, а по новым требованиям закона – за неделю. Также депутаты рассмотрели ряд вопросов, касающихся выборов депутатов, представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований и иных выборных должностных лиц местного самоуправления. Регулирование отдельных вопросов в сфере организации и проведения капитального ремонта – общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Карачаево-Черкесии. В ходе сессии депутаты включили в повестку и дополнительный законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон Карачаево-Черкесии о мерах социальной поддержки многодетных семей, в которых один или оба родителя являются инвалидами. Еще один важный законопроект касался вопросов оказания бесплатной юридической помощи. Поправки были внесены в закон о оказании бесплатной юридической помощи лицам, которые участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Теперь это право оказания юридической помощи бесплатной имеют граждане, которые подверглись радиационному воздействию в других случаях, не только при оказании последствий атомной Чернобыльской электростанции. Это касается военнослужащих, это касается работников внутренних дел, это касается других граждан.